сегодняшнего дня в области снимается запрет на работу пляжей. Соответствующее постановление подписал губернатор Евгений Савченко. Главное условие – соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора и норм социального дистанцирования. Кроме того, глава региона принял решение вернуть пенсионеров на рабочие места, сняв таким образом ограничения для граждан старше 65 лет. За минувшие сутки в Белгородской области прибавилось 72 новых больных коронавирусом. Общее число инфицированных на сегодня составляет 3514 человек. 528 из них сейчас в стационарах, 26 в тяжелом состоянии подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 939 жителей области. Жертвами ковида уже стали 39 человек. В Староскольском округе всего 589 зараженных. За вчерашний день добавился один оскольчанин, по официальным данным.